Всем привет! Какой сейчас интересный месяц в Лилскул? Морское путешествие. Самые известные морские путешественники – это пираты. И сегодня мы нарисуем капитана Рыжую Бороду и его попугая. Сегодня мы нарисуем не только персонажа, но и напишем смешную математическую задачку. Итак, начинаем. Все персонажи состоят из простых форм. Наш пират – это не исключение. Поэтому я сначала рисую квадрат. Я рисую его не по центру, потому что вот тут у нас будет написана задачка. Вот так. Теперь я намечаю голову. Круглую бороду. И самые главные детали одежды. Нарисую ему пиратский крюк. А на руке у него будет сидеть попугай. Его я тоже намечаю пока схематично. Теперь намечаю ноги. Они у него будут очень маленькие. Я не рисую пирата с настоящими человеческими пропорциями, ведь это просто смешной мультяшный персонаж. Намечаю ему одежду. Куртку, вот так. Бутылку рома, которую он держит в руке, с этикеткой. И деревянную ногу. Вот так. Теперь я начинаю прорабатывать детали. Начну с его головного убора. Я нарисую флаг «Веселый Роджер», череп и кости.
Вот так. Кстати, а вы знали, что веселый Роджер на самом деле был обозначением того, что на борту корабля эпидемия, и приближаться к нему нельзя? А пираты стали его поднимать не все время, это распространенный миф, а только перед боем, чтобы ввести противника в недоумение и замешательство. Вот так, теперь нарисую лицо. Один глаз обычный, а на втором будет повязка. Вот такая. Заштриховывать ее пока не надо, потому что мы потом ее все равно закрасим черным цветом. Теперь я нарисую выражение глаз нашему пирату. Он будет, прищурившись, смотреть на своего попугая. Рисую веки и зрачок. Вот такой хитрый пират. Нарисую ему нос. И улыбающийся рот. Один зуб я потом сделаю золотым. Теперь я прорисую попугая. Рисуем большой клюв. Попугай чуть приподнял голову вверх, чтобы смотреть на пирата. Тело. Хвост и хохолок. Отделяем голову от туловища. Рисуем глаз, он тоже прищуренный. Пожалуй, я немножко смещу клюв, чтобы нарисовать второй глаз. Вместо второго глаза у него, как и у пирата, будет повязка. Вот так. Рот и остальные небольшие детали. Крылышко и лапки. Вот так.
Кстати, еще один распространенный миф про пиратов, так это то, что они постоянно употребляли ром на корабле, на суше, везде. Это не так. На самом деле, пить им разрешалось только на суше. И за все время плавания им было запрещено употреблять что бы то ни было. Сегодняшнего пирата мы рисуем в стилистике Стива Симпсона. Это такой замечательный художник. Обязательно посмотрите его работы. Он рисует в основном в мексиканском стиле. У него очень много скелетов. Но они не страшные, они настолько забавные, что покоряют с первого взгляда. И еще у него замечательно с цветом. Обязательно посмотрите его работы. Все, карандаш со стирашкой я откладываю и беру фломастеры. Ну, у меня сегодня, конечно, не совсем фломастеры, это аквамаркеры фирмы Sai японской. Можете заказать их на AliExpress, они замечательные, очень удобные. Но можете брать совершенно обычные фломастеры. Сегодня нам понадобится красный, желтый, оранжевый, бирюзовый. Ну, у меня бирюзовый, а вы можете взять голубой или зеленый. И черный. Только эти цвета. Итак, мы начинаем раскрашивать нашего пирата сверху вниз, чтобы случайно не размазать что-то рукой. Я возьму красный цвет.
Теперь беру черный цвет и обвожу. Кстати, пираты, если только не попадали в безвыходную ситуацию, никогда не закапывали свои клады и предпочитали сразу же их тратить. Потому что они никогда не знали, что будет завтра, арестуют их или они продолжат бороздить моря или отправятся на виселицу. Так что они закапывали свои клады только в случае крайней нужды. И обычно эти клады состояли не из золота и драгоценностей, а из тканей и пряностей, потому что пираты в основном грабили купцов. Теперь беру оранжевый цвет и раскрашиваю бороду. Лицо пирату я оставила белым, потому что у меня, к сожалению, нет телесного цвета. Можно, конечно, его раскрасить. Добавлю сразу красным цветом тенюшки. И перейду к попугаю. Голова у него будет желтая.
куртка у пирата тоже будет черная.
Вот так. Своего персонажа я закончила. Теперь я напишу задачку и немножко дорисую окружение. Вот здесь у нас пират. Здесь будет написана задачка. И у нас остается одно единственное пустое место, это здесь. Его надо обязательно заполнить. Я нарисую здесь череп и немного костей, потому что получается очень гармонично, когда один и тот же узор повторяется. Вот так. И сразу же их обведу черным. Моего пирата зовут Рыжая Борода. А как зовут вашего? Будет очень здорово, если вы придумаете ему кличку. Ведь без клички пирату никуда. Они их брали для того, чтобы скрываться от правосудия и чтобы их не поймали. Немного дорисую землю, чтобы наш пират не висел в воздухе. Вот так. Теперь я напишу задачку. Я напишу свою, а вы можете придумать любую свою, главное, про пиратов. Если вам сложно сразу написать задачку фломастером, то можете взять карандаш запросто.
Вот такая смешная задачка. Кстати, если вам интересно, вы можете попробовать ее решить. Она вполне себе решаемая. Добавлю еще щечки. Вот так. Ну что же, наш пират готов. Выкладывайте ваши работы с хэштегом LilSchool. Мне будет очень интересно на них посмотреть. Придумывайте свои задачки. Всем пока! Хе-хе-хе.